Коллеги, добрый день. Я рад вас приветствовать на нашем следующем вебинаре. Сегодня наш вебинар проведет Татьяна Телегина. Я вижу, что вас собралось здесь под самую завязку, больше сотни. На самом деле, число зарегистрировавшихся несколько сотен, и нас эта цифра немножко обескураживает даже. Ну что ж, это хорошо. Жаль только, что не все, кто хотел, попадут на сегодняшний вебинар. Ну, я надеюсь, что запись этого вебинара, которая, конечно, ведется тоже, скрасит тем людям, кто не попал, ту неприятность, которую они приобрели от того, что не попали сюда. Ну что ж, я не буду долго говорить. Еще раз обращу внимание на те две полезные ссылки, которые я разместил в чате. Надеюсь, вы уже знаете, что вы можете записаться на любой наш вебинар, и запись тоже будет вам доступна через некоторое время, ну, где-то к концу недели. Сейчас я подготовлю, пока Татьяна будет начинать вебинар, подготовлю еще две строчки, две ссылки на наши те вебинары, которые состоятся в ближайшее время. Будут тоже интересные вебинары Юрия Майского и Игоря Белянина. Милости просим на эти вебинары. А сейчас я свою краткую вводную часть заканчиваю и хотел бы, чтобы Татьяна начала наш вебинар. Татьяна. Уважаемые коллеги, по желанию Павла Юрьевича, да, начинаем вебинар. Сейчас небольшой. Да, наверное, вот так. Итак, уважаемые коллеги, всем доброго дня. Ну, для начала, по традиции, давайте проверим качество связи. Хорошо ли видно меня, видно ли рабочий стол, презентацию и хорошо ли слышно меня? А, спасибо, вижу, пошли плюсики. Ох, даже 4 плюса, хотя было 3 позиции озвучено. Да, но хорошо, уже радует. Угу. Спасибо большое. Итак, коллеги, мы начинаем. Если вдруг какие-то технические... Спасибо большое за огромное количество плюсиков, придется оправдывать доверие. Если возникают какие-то технические проблемы в чат, обязательно пишите. Я думаю, что и Павел Юрьевич тоже постарается нам сегодня помочь, который, я думаю, незримо оно будет с нами присутствовать. Немножко громче. Светлана Геннадьевна, можно попробовать увеличить звук у себя, да, в колонках? Попробую увеличить его чуть-чуть у себя. Я просто боюсь, чтобы у нас не пошло эхо. Так, Светлана Геннадьевна, сейчас получше стало? По поводу громкости звука напишите, пожалуйста. Да, спасибо большое. Ну, если будет плохо слышно, вы мне пишите, я тоже буду пытаться в себя настроить звук так, чтобы всем это было удобно. Значит, коллеги, сегодня мы продолжаем наш разговор по поводу публикаций. Спасибо, Геннадий Васильевич. Так, пониже камеру. Это, наверное... Сейчас я попробую закрепить. Просят пониже камеру опустить. Да, ну, ниже уже боюсь, честно говоря. Все. Наверное, так. Ага, спасибо. Больше я ее боюсь трогать. Итак, закончили с техническими вопросами, и давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Да, мы продолжаем знакомство с публикациями статей. Сегодня мы поговорим о Scopus Web of Science. Посмотрим, какие есть возможности.
Да, что это за базы? Опять же, напоминаю, что цикл, он в принципе рассчитан на тех людей, которые только-только начинают свое знакомство с научными публикациями, в основном, да, на начинающих, но и тем, кто уже давно публикуется, я думаю, тоже что-то полезное, нужное для себя здесь смогут взять. Ну и также, может быть, научным руководителям и тем преподавателям, которые занимаются со студентами. Научные руководители, чьи соискатели, аспиранты должны публиковаться, тоже что-то будет полезное, что можно будет взять для своих студентов, для проведения обучающих мероприятий. В основном сегодня я свою цель видела так, чтобы предоставить вам максимум полезной информации. Естественно, что все нюансы мы рассмотреть за то время, которое у нас отводится на вебинар, просто физически не сможем. И я себе поставила просто такую задачу, дать вам такой навигатор, который поможет каждому из вас самостоятельно осуществлять необходимый поиск, ориентироваться в тех стилях, нюансах, которые есть в данных, базах. Так. Коллеги, со звуком есть какие-то проблемы? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно. Потому что у кого-то из коллег, по-моему, возник. Ага, спасибо, спасибо. А тогда, Патимат, это проверьте, пожалуйста, на своей стороне звук. Да, что-то, наверное, у вас. Спасибо, коллеги. Так, немножко отвлекаемся на технические вопросы. Ну, что поделать? Да, связь есть связь. Итак, что нужно знать для того, чтобы публиковаться в Scopus и Web of Science. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Спасибо, Геннадий Васильевич. Прошу прощения, все равно буду переживать за каждого из сегодняшних участников, чтобы все было у нас хорошо. Итак, готовя публикацию, до этого мы с вами говорили в основном на предыдущих вебинарах о публикациях в отечественных, в российских журналах. Да, сегодня поговорим о международных. Но те четыре главных вопроса, которые у нас стоят, когда мы начинаем писать статьи, они остаются и здесь, да, важными. Что, как, где и сколько. По поводу что, это вопрос методологии. Здесь подробно в особенности академического стиля, создания текстов, особенно на иностранных языках мы говорить не будем. Это я сразу говорю. Да. Моя задача – это оформление, где взять информацию, как выбрать журнал. Вот основной акцент будет на этом. Если есть вопросы по методологии, могу порекомендовать очень хорошего тренера, прошу прощения, это мое тренерское прошлое срабатывает, хорошего ведущего курсов Наталья Модестовна Логачева. Ну вот я знаю, что они недавно в своей группе занимались как раз методологией написания научных статей и, по-моему, достаточно успешно. Ну, возможно, здесь кто-то из учеников Натальи Модестовны присутствует. Поэтому это лучше найти специалист, который занимается именно академическим стилем, именно методологией написания. Да, поэтому на этом вопросе мы останавливаться не будем. Скажем только одно. Публикация научной статьи, особенно в международном издании, должна отвечать требованиям международных стандартов. Написано на языке международного сообщества и в соответствии с общепринятым для академических публикаций форматом. А вот стандарты и форматы, они отличаются, да? В разных изданиях, в зависимости от того, разные стили существует оформления, и не только оформление ссылок и библиографических описаний, но и стандарты по форматированию. Вот сегодня мы с ними познакомимся, и я хочу вам такой краткий навигатор по этим стилям, форматам предоставить, ну и показать, где и как можно эту информацию находить. Вопрос «как» – это вопрос структуры и стилей оформления. Да, ну, наша знаменитая структура IMRED. Вспоминаем с прошлого вебинара, мы об этом уже говорили, что ну, это наиболее оптимальный формат, так как здесь наиболее оптимальное соответствие логике изложения материала для научной публикации. Появился он в
впервые где-то в конце 19 века, то есть он отработан уже кровью, потом, слезами и счастливыми улыбками многих-многих поколений. И сегодня это общепринятый стандарт академических журналов. Вот все международные журналы пользуются им обязательно, следуют его требованиям, ну и также российские журналы тоже. Да, при этом он строго обязательным стандартом оформления научных публикаций не является, скорее он носит рекомендательный характер и в большой степени зависит от предмета изучения конкретного журнала, может быть, даже страны, принятых научных традиций академической публикации в данной стране. И в зависимости от вида статьи, вот эти части, они могут быть разного объема, могут объединяться, да, могут разделяться. И на прошлом вебинаре мы как раз с вами на предыдущем смотрели, да, по видам статей, какие есть требования, вот в соответствии с этой структурой, какого вида они могут быть, что может быть. Поэтому можно использовать материалы предыдущего вебинара, да, и более подробно ориентироваться на структуру, выбирать ту структуру, которая вам необходима. А вот следующий «как» – это уже стили оформления. Различные научные издания международного характера, они индексируемые в базах Scopus и Web of Science, они ориентированы на определенный стиль оформления. Чаще всего используются вот эти 8, которые приведены здесь. Да, ну, Гарвардский известен практически всем. MLA и APA встречаются в настройках Windows, Word. Да, там можно это увидеть. Чикагский, по-моему, стиль там тоже присутствует. Остальные менее, может быть, известны, но могут встречаться в требованиях к оформлению тех или иных изданий. Поэтому хотя бы краткую информацию по каждому из стилей нужно иметь. И хорошо бы иметь еще какой-то подсобный материал, да, методического характера, который мог бы помочь в оформлении статьи именно в том или ином стиле. Понятно, что все стили мы сегодня подробно даже каждый из них рассмотреть просто не успеем, тем более освоить. Поэтому свою задачу здесь я вижу в том, чтобы дать краткую характеристику по каждому из них и тот необходимый материал, ссылки, которые смогут вам помочь уже более углубленно изучать тот стиль, который необходим. Да? Ну и следующий вопрос – это где? Где публиковать, как выбрать издание, если мы говорим о международных журналах, как здесь не запутаться. И этот вопрос, он важен нам в двух аспектах. Первое, где публиковаться, и второе, на этапе подготовки публикации мы пользуемся материалами, мы анализируем имеющиеся статьи, в первую очередь, да, наших коллег по цеху или смежников, для того, чтобы поработать качественно текст собственной публикации. Поэтому вот в этих двух аспектах выбор журнала, где опубликоваться самому, и выбор поиск журналов для подготовки своей публикации, вот с этих точек зрения мы будем рассматривать сегодня наши базы. Да, и поговорим об изданиях. Когда стоит задуматься о публикации результатов своего исследования? Вопрос не праздный. Иногда случаются ситуации не очень приятные, когда мы сначала напишем статью, сначала мы подготовили текст, отредактировали, привели его в порядок, в чувство, а потом начинаем выбирать издание. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что либо по тематике наша статья в это издание проходит, но надо переставить акцент и нужно рассматривать вопрос несколько в ином контексте, либо то форматирование, которое мы применяли, оно абсолютно не соответствует тем требованиям, которые есть в данном издании. И мы повторно начинаем тратить время, силы, нервы, а сроки поджимают, на то, чтобы привести ее в порядок. Поэтому подготовка к публикации и выбор научного журнала при подготовке статьи к публикации лучше осуществлять на этапе документирования полученных результатов нашего исследования. Проводим, получаем.
Получаем результаты, начинаем их документировать, и вот тут уже задумываемся, а куда это можно послать, да? В какое издание. В основе выбора для издания, смотрите, соответствие тематик вашего исследования и изданий, да, отталкиваясь от тематики вашего исследования. И важный фактор, мы тоже говорили об этом на прошлом вебинаре, но еще раз вспомним, для зарубежных изданий он тоже очень важен, может быть, даже еще важнее, так как временные сроки сдвигаются, это оценка временных параметров журнала, то есть скорость публикации статьи. Вот для аспирантов, соискателей это бывает один из самых актуальных вопросов, наверное. Второе, на что следует обращать внимание, основные требования журналов: знание языка, соответствие стилю и качеству рукописи, информативность, емкость, краткость материалов, в каком объеме это требуется от материала. Придется ли вам просто дорабатывать свою статью, либо все переписывать заново. Еще один важный момент – это понимание этических принципов и норм публикационного процесса. Вот пренебрежение к ним может повлиять на публикационную карьеру. Так же, как у HR-ов есть черные списки недостойных кандидатов, также и издательства тоже могут обмениваться черными списками нарушителей этических норм и принципов между собой. Да, и как бы молва и черный пиар здесь, наверное, не лучший помощник. Где можно посмотреть требования? Да, вот, кстати, прежде чем перейдем к нормам публикации и этическим принципам изданий, значит, по выбору научного журнала. Здесь несколько инструментов для поиска и анализа журналов я вам привела. Список таких ссылочек он есть. Да, можно пользоваться этими поисковиками для того, чтобы определить тематическое направление для своей будущей публикации, ну и заодно найти публикации коллег. Да, зарубежных. И второе – это выбор издательства. Чем крупнее издательство, тем, как правило, выше требования, да, но и выше рейтинг изданий. Да, поэтому вот примерный список этих издательств, также требования к публикациям можно посмотреть будет и там. И оценка политики журнала – это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Это есть хорошая база. Шерпа Ромео. Не знаю, слышали ли вы, пользовались ли. Если кто-то пользовался, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы мне понять, есть среди нас. Ага, Татьяна Михайловна пользовалась. Еще. Шерпа Ромео. Ух ты, из 98 человек только один? Здорово. Значит, что это такое? Коллеги, берите на вооружение. Это база, в которой собрана информация об этике публикации и политике изданий. Является частью Шерпа служб. Они были основаны в университете Ноттингема и сотрудничают с многими международными партнерами. То есть это консорциум, где более 30 участников на сегодняшний день, один из которых британская библиотека, туда же входит Оксфордский и Кембриджский университет. То есть достаточно такая представительная структура. Цель этой организации, этого консорциума, способствовать продвижению открытого доступа и репозиториев. Про репозитории чуть попозже скажу, но вот в связи с возможностью размещения своих статей в репозиториях, для получения обратной связи, да, вот этот вот момент очень важен. Здесь очень хорошо можно увидеть политику издания в отношении открытого доступа и как раз архивирования статей и репозиториев. В этой базе можно найти сведения о различных изданиях, об их требованиях к авторским правам, на каких условиях они размещают статьи, да, под какой лицензией они действуют, те же лицензии Creative Commons, например, действуют или нет в издании. И вот по списку журналов можно, во-первых, собрать информацию уже первоначально об этих изданиях, их номер регистрации, ССН, регистрация как электронного средства массовой информации. Открыв нужный журнал, можно будет увидеть требования к этике публикации, по авторским правам информацию. То есть все, что нужно знать автору
предполагающему размещаться в этом журнале, да, по поводу рецензирования, то есть вся эта информация, она здесь есть. И вот эти вот цветовые обозначения, зеленые, синие здесь есть, желтые не попались в скрин, это уже сразу информация. Зеленые журналы позволяют информация для нас по поводу политики издания в отношении открытого доступа. Вот зеленые издания позволяют архивировать препринты, постпринты, PDF-версии издателя. То есть можно спокойно размещать в репозитории. Голубые издания позволяют размещать в открытый доступ прошедшие рецензирование еще не опубликованные работы, ну, в открытый доступ в репозиторий. PDF-версии издателя, желтые только препринты, а вот белые архивирование вообще не поддерживают. Если статья была опубликована уже в вашем зарубежном издании, то здесь можно выяснить ее возможность ее размещения в репозитории, потому что многие издания, вот как белые, например, да, они не поддерживают эту функцию и разрешения, как правило, не дают, не входит это в их политику, и тут нужно договариваться в частном порядке, разрешат ли они вам это сделать. Поэтому на это тоже следует обращать внимание. Владимир Григорьевич, ссылки как-то покрупнее можно увидеть. Ссылки вы имеете в виду на скрине, да? Значит, смотрите, коллеги, ссылки, которые идут на сам сервис или ресурс, я их даю отдельно, даю гиперссылкой, да, они на слайде выделено отдельно. Те ссылки, которые здесь указаны, это просто для примера, вот так вот идет список журналов. Да? Поэтому они здесь не активные. Да, ничего страшного нет. Увеличить масштаб. Ну, давайте попробуем увеличить масштаб. Там тогда у нас немножко съестся слайд. Ну, так стало, наверное, получше видно. Да? Ага, спасибо. Если надо увеличить, вы мне говорите. Потому что... Жаслан Барлыковна, сейчас про этот вопрос с вами подойдем к нему. Да, про международные издания скажу. Про отечественные... Здесь, как правило, это в правилах редакции указывается, либо при ведении разговоров, переговоров, переписки с изданием можно узнавать, уточнять, насколько у них этот процесс занимает время. Значит, по базам Scopus и Web of Science. Спасибо за вопрос, Жаслан Барлыковна, сейчас мы к нему подойдем. Да? По базам цитирования. Значит, коллеги, сразу напоминаю, в прошлом году мы об этом уже тоже вспоминали на одном из вебинаров. Различайте, пожалуйста, индекс цитирования и индекс цитируемости. Да, индекс цитирования я иногда слышу от коллег, мой индекс цитирования, ну, поздравляю, вы стали владельцем базы данных, да, реферируемой. Индекс цитирования – это не число. Это сама база данных научных статей, это вот тот самый массив публикаций и или их библиографических описаний, которым мы оперируем. То есть это индекс цитирования, это сама электронная система, в которой и происходит вот тот автоматический подсчет основных показателей, да, наукометрических. Количество цитирований, количество публикаций, индекс Хирша и прочие индексы. Причем как ученых, так и организаций. Вот такая база данных – это и есть индекс цитирования. И если упоминается этот оборот, речь идет о базе данных. Да, индекс цитируемости – это показатель, принятый в международном научном сообществе, показатель значимости научных трудов отдельного человека или научной организации. Да? То есть это вот те самые индексы, суммарное количество ссылок на его публикации, чаще распределенных по годам, в реферируемых научных периодических изданиях. Подсчет ведется в специальных наукометрических базах данных,
которыми из международных являются, самыми наиболее известными являются Web of Science и Scopus из зарубежных, да, а у нас это РИНЦ, российский индекс научного цитирования. Вот там вычисляются индексы, и мы получаем наш индекс цитируемости. Поэтому, да, здесь, пожалуйста, различия между понятиями делайте. Вот сегодня мы больше будем говорить об индексе цитирования, нежели об индексе цитируемости. Но если вопрос интересует поподробнее об индексах, то вы мне потом в конце, пожалуйста, вот у нас есть такая вкладочка «Вопросы» в чате, если посмотрите, да, есть общий чат, где мы с вами сейчас общаемся, есть вкладочка «Вопрос». Вот если про индексы цитируемости различные там варианты будет интересно, вы туда напишите, я вам потом в конце расскажу. Значит, по индексом цитирования и по базам Scopus или Web of Science. Да, вот вечный вопрос. В какой базе данных должен индексироваться журнал, в который мы размещаем свою статью, и в какой базе данных он будет индексироваться? Это такой гамлетовский вопрос, Scopus или Web of Science. Ну, давайте посмотрим очень кратко информацию по этим базам. Да. Во-первых, Web of Science, поисковая платформа Web of Knowledge, объединяет реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, и в том числе базы, которые учитывают взаимное цитирование публикаций. Да, компания Thomson Reuters. Есть встроенные возможности поиска, анализа, управления библиографической информацией на этой платформе. И какие материалы сюда входят? В основном естественные, технические, биологические, общественные, гуманитарные науки и искусства. И основу вот этой базы данных Web of Science, да, составляют 5 индексов. 5 индексов – это 5 вот таких вот баз. Да? 5 индексов, по которым идет оценка. Значит, первый – это индекс цитирования по естественным и точным наукам. Сюда входит около 8500 изданий по 150 дисциплинам. В основном это технические, медицинские и, естественно, научные журналы. Второй индекс – это индекс цитирования, это уже социальные науки. Но сюда же входят экономические и общественные. Где-то около 2500 изданий, около 50 дисциплин, в том числе, кстати, бизнес-коммуникации тоже сюда попадает, и социология. Arts Humanities Citation Index, следующий, это индекс цитирования по искусству и гуманитарным наукам. Ну, здесь же журналы по археологии, архитектуре, все виды искусства, литература, философия, религия, история, то есть много чего есть. Около почти 2000 журналов, там 1700, по-моему, 1800. Вот, да, достаточно приличное количество. Следующий очень интересный, оставшиеся два индекса, четвертый и пятый. Четвертый – это мультидисциплинарная база данных по материалам различных конвенций, конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, коллоквиумов и прочих собраний. То есть самые новые выступления, да, самая актуальная информация можно найти будет и здесь. И последний индекс – это мультидисциплинарная база данных, индексирующая монографии. То есть монографии тоже сюда входят. И процентное соотношение между направлениями, которые индексируются Web of Science, между дисциплинарными, да, между дисциплинами, примерно вот такой. Да, технические, прикладные, естественные науки превалируют, и социогуманитарных здесь поменьше будет. Ну, естественные науки, эти 45%, почти процентов попадают и биология, и медицина, науки о Земле, где-то 15-18%. База данных не содержит полных текстов статей. Здесь только списки библиографических ссылок, встречающихся в каждой публикации. Вот это позволяет собрать очень в короткие сроки полную библиографию по интересующей теме. Вот этим это ресурс интересен. И про полные тексты статей, он содержит ссылки на полные, сами тексты не содержит, но ссылки на них да.
Посмотреть эти статьи можно. Вот здесь вступают в силу ограничения только при наличии подписки на данные источники или открытого доступа к ним. То есть, если вы планируете публиковаться в Web of Science и у вашей организации нет подписки на эту базу данных, то посмотреть информацию у вас не получится. Да? Посмотреть список журналов может быть, но воспользоваться полнотекстовым поиском, ссылками не получится. Здесь требуется не просто регистрация, требуется покупка подписки, отнюдь не дешевая. Да, поэтому частным физическим лицам только через организации, у которых есть эта подписка. Скопус. Он помоложе и пошире. Больше, где-то около 20-21 тысячи научных журналов, более 5 тысяч научных издательств, и сюда входит большое количество российских журналов, более 200, огромное количество патентов из США, Японии и Европы, по-моему, собирают. И материал научных конференций также здесь присутствует. В отличие от Web of Science, здесь нет, Scopus не включает издания по гуманитарным дисциплинам и искусству, и небольшая доля содержится в социальных наук. То есть в основном это естественные науки и техника, но социальные тоже присутствуют, но эта база для нас наиболее интересно, потому что здесь есть возможности, более широкие возможности использовать ее информацию, содержащуюся в ней. И поиск осуществлять, и смотреть содержащуюся в ней информацию. Хотя тоже требуется для полнотекстовой работы с полными текстами статей, здесь тоже будет требоваться подписка. Но есть возможности хорошие для поиска, чего в Web of Science сложнее осуществить. Для профессорско-преподавательского состава обе базы важны, так как в примерном списке критериев общероссийской системы оценки эффективности деятельности высших учебных заведений от 2012 года, да, есть два волшебных пункта, 2.1 и 2.4. Количество цитирований в Web of Science единица за предыдущий год и количество цитирований в Scopus единица за предыдущий год. То есть внимание количеству публикаций оно уделяется в этих базах. Значит, однако авторитетом вот этих международных баз научного цитирования обладают не только Scopus и Web of Science. Есть ряд специализированных баз, можно сказать, отраслевых баз, признанных научным сообществом России. Что туда входит, что это за базы? Поэтому публиковаться можно в Scopus, можно в Web of Science, а можно в одной из этих баз. Вот кратко сейчас я вам их покажу. Ссылки на них тоже есть, поэтому если ваша тематика публикации подпадает под одну из этих баз, можно зайти посмотреть и воспользоваться возможностью публикации там. Ну, во-первых, по цене, да, и по срокам здесь, возможно, гораздо проще это сделать, чем в Scopus или в Web of Science. Значит, первое – это международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям. Глобальная база данных более чем 7 миллионов библиографических записей в себя включает. Находится в ведении ФАО, это Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. И где-то почти 80% записей являются цитатами из научных журналов. То есть достаточно интересная база для того, чтобы ей воспользоваться, в том числе и для поиска и работы с информацией, если это ваша тема. Вторая. Библиографическая база данных мировой литературы по геологии и геонаукам. Здесь есть библиографическая информация, рефераты, индексируемые термины. И поиск можно проводить по библиографическому описанию, по рефератам, по терминам индексирования, по информации, полученной на конференциях, и даже по координатам географических карт. Ну, такой вот интересный ресурс для географов, всех, кто занимается географией и геологией. Значит, для химиков. Химическая реферативная служба
Это подразделение Американского химического общества, которое издает реферативный журнал Chemical Abstracts. Журнал содержит информацию о публикациях во всех областях химии, химической технологии, смежных отраслей знаний, начиная аж с 1907 года и по настоящее время. Электронные издания дают информацию вот это, да, с 2005 года по настоящий день. То есть можно осуществить поиск, и также можно публиковать и свои статьи в этих базах, размещать в журналах, которые индексируются в этих базах. Ну, для поиска русифицированная поисковая система, которой наверняка пользуемся. Коллеги, пользуемся. Елена Алексеевна, я скажу по поводу презентации в конце. Да. Ага, отлично. Значит, долго на ней останавливаться не будем. Русифицированная поисковая система представляет большой интерес. Да, максимальное количество журналов и статей на русском языке, поэтому мы ей так активно пользуемся. Угу. Сергей Николаевич, Яндекс. Хорошо. Что здесь хорошего есть? Да, это доступ к аннотациям статей, в которых процитирована рассматриваемая статья. И, в общем-то, эта функция, в частности, обеспечивает вот этот индекс цитирования, раньше доступный только в Scopus и Web of Science. Но, значит, если говорить об индексе цитируемости, здесь есть тоже свои нюансы. Прямо думаю, наверное, этому рассмотрению какую-то часть будущих вебинаров, наверное, надо посвятить. Да? Индекс цитируемости в RINTS, Scopus, Web of Science или Google, да, вот Академия Google, может быть у одного автора разный. Да, и в Google мы можем найти только тех авторов, которые имеют там свой аккаунт. Вот есть такая особенность и ограничение. Если аккаунта нет, то увы. Значит, по зарубежным журналам. Где и как их искать? Начнем со Scopus, он более открытый. Поскольку в Scopus индексируется большее количество журналов, чем в Web of Science, и многие ведущие журналы из Web of Science индексируются в Scopus, то и поиск легче начинать отсюда. Значит, как облегчить себе жизнь, чем можно воспользоваться? Есть вот такая вот надстроечка. Вот, кстати, ее адрес приведен здесь, и в списке ссылок на поиск журналов в самом начале вебинара она тоже стояла самой первой. Есть вот такая вот надстроечка аналитическая. Шикарная вещь. База данных. Очень понятный интуитивный интерфейс, даже не знаю иностранного языка. Да, им спокойно можно воспользоваться. Вверху выбираем Journal Ranking. Можно смотреть все подряд, тогда мы просто нажимаем поиск. Можно сделать выборку, воспользовавшись вот этими поисковыми функциями на сайте. И получить выпадающий список, где приведены все данные, ну, в данном случае по журналам. Да? Можно провести расширенный поиск. Ну, регион, страну вряд ли, ну, хотя может быть, если нужно, но чаще всего это либо название журнала, а вот год, да, год желательно, наиболее свежие статьи нас интересуют больше всего, вот его лучше вводить. И свежая информация, активно живущие издания, то, что нам нужно. И мы получаем результат. Попробуйте. По организации имеется в виду по издающей организации, по изданию, по издательству. Да? Здесь поиск по журналам. Если Галина Ивановна интересует по вузу, если это идет как издающая организация, да, как издательство, да, здесь в основном по издательствам. Да, да. По названию можно найти. Надо посмотреть, покрутить этот поисковик, по регионам можно найти. Да, но если знаем, где находится вуз, то, в принципе, можно найти. Если, опять же, он входит в базу данных, если он входит в базу данных Scopus, только тогда. И
или Web of Science, да? То есть входит, реферируется в международной базе данных. Если только в РИНЦ, то надо искать по РИНЦу. Там по ВУЗу можно найти. Выбираем, да, и смотрим, здесь вот два индекса. Там мы получаем информацию, здесь можно выстраивать в порядке возрастания и убывания. Да, вот два индекса выделены в красные квадратики, SJR и H-индекс. Это специальный SJR, это специальный индекс данной настройки, данного рейтинга. Широко используется в научном сообществе, и в нем увязаны несколько принципиальных показателей по цитированию. И теперь можно... Да, еще здесь очень интересная вещь. Вот это в зеленом квадратике Q1. Да, вот здесь у нас выпало два журнала. От 1 до 4 может выпадать. Это так называемые квартали журнала. Или четверти. Это категория научных журналов, которые определяют библиометрические показания, показатели, отражающие уровень цитируемости, то есть востребованность журнала научным сообществом. Ну, такой своеобразный рейтинг. Да? Журналы по узкой предметной области ранжируются по убыванию соответствующего показателя. Да, для Impact Factor для баз данных Web of Science и SAGR для баз данных Scopus. Полученный список делится на 4 равные части. И в результате ранжирования каждый журнал попадает в один из 4 квартелей. От самого высокого Q1, наиболее авторитетный иностранный журнал, до самого низкого. И вот эта система позволяет наиболее объективно оценить качество, то есть уровень журнала вне зависимости от предметной области. А, то есть на этапе выбора журнала это может для нас быть хорошим подспорьем, чтобы посмотреть. Ну, во-первых, они будут отличаться по цене и стоимости публикаций, да, ну и по срокам ожидания к вопросу в начале вебинара тоже. Как, да, ну, вот здесь мы видим, эта информация у нас присутствует. Если мы по ссылке захотим посмотреть более подробную информацию о журнале, мы можем открыть, да, раскрыть эту информацию и получить, здесь на два слайда вынесла, здесь уже покрупнее, чтобы было виднее. Да, вот, пожалуйста, пошла информация о журнале. Ну, взяли индекс поскромнее, всего 71. И вот такая вот статистическая информация, статистические данные. Мы тоже здесь можем увидеть, да, по этому журналу. Наглядная информация, все, что есть по этому журналу, здесь представлено достаточно полно, да, причем можно посмотреть в ретроспективе. И еще один хороший вариант проверить, индексируется ли наш журнал, например, Web of Science, а есть журналы, которые индексируются только в Scopus или только в Web of Science, а есть те, которые и там. Вот для этого в описании журнала в конце переходим по ссылочке и попадаем на страницу самого издания. В списке сначала выбираем наиболее подходящий по тематику статьи журнал, и можно перейти посмотреть более подробную информацию на странице самого журнала. В отличие от Scopus, вот здесь есть важная информация, индексируется ли журнал Web of Science. Так как в отличие от Scopus доступ в Web of Science платный, есть несколько способов, как это можно узнать вполне легально, причем ничего не взламывая и не нарушая. Вот переходим на сайт журнала. И в конце краткой текстовой информации о журнале, да, обращаем внимание на упоминание об Impact Factor журнала на сайте. Чаще всего это на главной странице информация. Если есть, журнал индексируется в ВОЗ.
Если уж совсем точно нужно, это вот у нас здесь внизу, в самом низу, вы видите, да, подчеркнутый impact factor на слайде и пятилетний impact factor приведен, ежегодный и пятилетний. Информация есть, значит, Web of Science этот и журнал тоже индексируется. Но если уж совсем хотим точно убедиться, потому что списки меняются, чистятся, так же, как и ринцевские, то переходим, проводим поиск по ISSN-журналу. Нам понадобится простое знание функции копировать, вставить. Восьмизначный номер с дефисом, но без аббревиатуры. Вот это ISSN мы копируем. Электронный номер лучше не брать. По нему часто выдает ошибку. Журнал не ищет. Ну, вот не доработана у них пока система. Не знаю, было очень много сбоев. Может быть, сейчас, конечно, поправили, но осторожно с этим. И вот такой вот сервис существует для поиска журналов в Web of Science. Имеется или нет? Да, это поисковый сервис на сайте издательства Thomson Reuters. Адрес, если кому-то нужно, интересно, здесь на слайде, по-моему, не знаю, его не видно. Я его вам попробую. Да, вот он есть, в чат кинуть. И здесь вводим ISSN журнала. Да? Вот в правом верхнем углу на скриншоте вы видите, что по электронному номеру он выдает ошибку. Не найден журнал. Поэтому лучше пользоваться ISSN. И он нам выдает информацию, да, что вот он, журнал найден, значит, в Web of Science он тоже индексируется. Да? То есть мы можем таким образом отследить те издания, которые индексируются и в Scopus, и в Web of Science. Если нам нужно удостовериться, есть ли индексация в Web of Science данного журнала, с помощью данного вот поисковой системы и простого знания ISSN мы это можем сделать. Либо вот по тому сервису, который мы с вами смотрели в настройке Scopus. А вот этот Master Journal List – это главный список всех журналов, индексируемых ВОЗ. Если нас интересует русскоязычный журнал, индексируется ли он в Web of Science, это тоже можно легко сделать. Есть этот сервис. Так, сейчас ссылочку вам попробую тоже ее скинуть в чат, да, который нам. Есть. Это для проверки, индексируется ли журнал отечественный, да, русский журнал в Web of Science. Да, информация здесь тоже есть со всеми номерами. Важно проверять не только название журнала, но и номер ISSN или электронный код. Поэтому, вот, пожалуйста, эти поисковые ресурсы по базам данных. На Scopus Web of Science они дают нам такую возможность, во-первых, найти информацию по журналам, выйти на статьи, которые нас интересуют на этапе подготовки нашей публикации, и, во-вторых, подобрать действительно соответствующие нашим возможностям, силам и тематике нашей статьи, то издание, которое будет иметь и международную. И реферироваться, индексироваться в международной базе, да, и действительно туда входить. Значит, все статьи, которые издаются в зарубежных журналах и индексируются в международных базах, обязательно проходят систему рецензирования. Критерии рецензирования статей тем строже, чем выше рейтинг журнала. Основные критерии, что проверяется при рецензировании статей, такие ключевые пункты, вот здесь есть на слайде, потом можно будет с ними ознакомиться. Да, на что обращается внимание при проведении рецензии. И следующий вопрос. Сколько по времени, сколько по деньгам. Да? Понятно, что публикация в международных высокорейтинговых журналах – это удовольствие недешевое и очень недешевое.
Есть несколько схем, бизнес-схем, классической open access. Вот трендовые журналы используют либо одну из них, либо некое сочетание, да, но чаще выбирают какую-то одну из этих схем. Значит, абсолютное большинство высокорейтинговых журналов – это крупные медиакорпорации. Даже если на обложке стоит упоминание о каком-то университете, это, скорее всего, бренд, да, это имя. Или, возможно, место расположения научной редакции. Но чаще всего за высокорейтинговыми изданиями это все-таки корпорации. Две схемы, которые чаще всего применяются, о которых нужно знать. Так называемая классическая публикационная бизнес-схема, она строится на том, что за публикацию автору это не стоит ничего. За публикацию целиком платит читатель. Или сам лично покупает нужную ему статью, да, оплачивая ее как бы постатейно, или заставляет или уговаривает библиотеку своего университета оформить подписку на весь журнал, там годовую или сколько, да? Цена вопроса может сильно варьироваться. Доступ к одной статье где-то может начинаться там от 30-40 долларов. Да? А стоимость подписки на ежеквартальник, вот мне попадались цифры от 500 долларов. Зачем платить такие деньги? Естественно, пойди попробуй уговори библиотеку на это. Ну вот у тех, кто занимается физикой, естественными науками, наточными науками, такой вопрос не возникает. Надо, желательно, да, есть риск бесконечно заново изобретать велосипед, если мы не будем находиться в курсе самых свежих событий. Лирики, гуманитарии не очень этого страшатся, с новой литературой не всегда знакомимся, но западные нравы здесь тоже жестоки в отношении публикаций. И если могут завернуть статью, опять же, на этапе рецензирования, если в вашей публикации, в вашей рукописи отсутствует хорошее знание самых новейших разработок коллег по цеху, особенно на международном уровне, то статью могут завернуть и не допустить к публикации. Поэтому на Западе где-то большая часть, львиная часть бюджета университетских библиотек уходит именно на подписку на научные журналы. При таких условиях издатели и редакторы, они заинтересованы отбирать, естественно, у высококачественные публикации, очень качественные статьи, потому что именно они будут много цитироваться, хорошо раскупаться. Поэтому если мы только начинаем публиковаться, выходим на международную арену, замахиваться на Вильяма нашего Шекспира, наверное, не стоит. Да? Начинать сразу с журнала в первой квартале, ну, вы потеряете время, силы, скорее всего, нас туда просто не возьмут и завернут. Подход хороший, платит читатель, автор ничего, но минус в том, опять к вопросу, вот теперь к вопросу о сроках, в очереди можно стоять месяцами, а то и годами, чтобы опубликоваться в таком журнале по данной схеме. Да? Читатели платят втридорога за статьи, авторы стоят в очереди, но вот так, но зато ничего не платят. Быстрее и дешевле, это уже схема открытого доступа, open access. Ну, условно открытого для читателей, да, и дорогого для авторов. Здесь статья проходит ускоренную редактуру, публикуется бесплатно для читателей. Например, может размещаться бесплатно для скачивания на сайте того же журнала, того же издания. Издательские расходы в этом случае несет сам автор. Вот журналы возмещает сам автор. Причем речь не идет об оплате факта публикации. Я заплатил деньги, ее обязаны опубликовать. Ни в коем случае. Речь идет об оплате открытого доступа к статье для читателя. Вот это принципиальная позиция журналов, пользующихся данной бизнес-схемой. И многие журналы, чтобы соблюсти чистоту процедуры, они предлагают автору выбрать, в каком режиме будет опубликована статья. После того, как пройдет рецензирование, журнал даст ответ, готов ли он опубликовать статью, и вот здесь решается вопрос, да, по какой схеме мы ее будем публиковать. Взнос для открытого доступа
Open Access Free может быть различным. Есть разные оценки и есть разные журналы. Но в любом случае это очень высокая цена. Где-то может быть и 1000 долларов, и 3000 евро. Да, то есть цены достаточно ощутимые. Плюс на стадии экспертизы и подготовки публикации от автора могут потребовать оплатить рецензирование, редактирование, использование в статье цветной печати и прочее, прочее, прочее. То есть какие-то дополнительные услуги, это оплачивается. При этом, опять же, это все без гарантии, что ваша статья будет в конечном счете опубликована. Поэтому, выбирая издание, выбирая журнал, обращайте внимание, во-первых, на свои возможности, во-вторых, оправданы ли будут и данные затраты, в частности финансовые, и ну, тот ли журнал, с того ли квартала мы выбрали. Да? Может быть, действительно стоит, если для нас важно просто иметь публикацию для галочки в соответствии с пунктом 2.1 или 2.4 стандартов КППС, да, к оценке вуза, что просто опубликовано в каком-то издании, которое тогда можно брать и... Там, где подешевле, там, где побыстрее и там, где нет таких финансовых затрат. По ценам, нравам и процедурам высокорейтинговых зарубежных журналах был хорошее выступление Павла Арифьева из НФПК, Национальный фонд подготовки кадров. Опубликовано на сайте Национальной электронной библиотеки e-Library. Может быть, кто-то видел. Если нет, да, вот как раз по его сведениям выходит, что за статью в среднем журнале, помимо взноса Open Access, можно заплатить еще около 2000 евро или долларов. Значит, более подробно по этой теме, кого заинтересует, сейчас попробую вам ссылочку сюда скинуть на его презентацию, можно будет найти, да, и более подробно с этим познакомиться. Значит, по срокам. Быстрее всего ответят из редакции журнала Open Access, там, где платит автор, не включенного в систему международного цитирования. Вот здесь около, ну, в течение недели 2-5 дней максимум. И статья очень быстро публикуется, скорее всего, это будет даже уже следующий месяц, а может быть даже и текущий. Из редакции журнала тоже Open Access, но включенного в международную систему цитирования, ответ придется ждать дольше, от 1 до 3 месяцев. Это вот к вопросу о срокам, когда дадут ответ. Вот когда пройдет рецензирование, да, когда будет заключение экспертов, когда будет заключение рецензентов, вот тогда будет приниматься решение, тогда вы получите ответ. Длительность ожидания связана с многочисленностью заявок и процедурой рассмотрения статьи. Ну и по классической схеме, естественно, срок может оказаться еще больше. Там вы можете годами ждать, когда рассмотрят вашу статью. Вообще, к вопросу о сроках, когда, как, вот на том этапе, когда вы отправили статью в редакции, это вообще уже зона контроля ваша, как автора. Не всегда редакции имеют возможность общаться лично с каждым автором по каждому e-mail, да, самостоятельно давать какой-то ответ о сроках, о продвижении, о работе с вашей статьей. Поэтому не стесняйтесь периодически напоминать. У меня было несколько случаев, когда вот так вот в самом-самом начале только публикационной деятельности, активности, причем одна из статей была не моя, это я отдавала статью за коллегу, подыскивала издание, куда можно опубликовать, отдали статью, причем наш отечественный журнал, не зарубежный, и пока я не взяла инициативу в свои руки и не стала периодически напоминать редакции о том, что, да, есть такая статья и хорошо бы получить ответ, она лежала. Она просто лежала, а сроки у нас шли, и там вопрос был о диссертационном исследовании, конечно, это было все очень серьезно. Поэтому не выпускайте этот вопрос из своего контроля, берите его в свои руки
И, пожалуйста, контролируйте этап продвижения вашей статьи. Не стесняйтесь лишний раз спросить у издательства, да, как, когда назначите срок, когда мне вам удобно перезвонить. Конечно, надоедать не стоит каждый день, да, но периодически это делать нужно. Саид Кали Ирович, извиняем, только не поняла, за что. Наверное, какой-то вопрос хотели задать. Да. Значит, еще один метод, который есть, которым можно пользоваться для того, чтобы получить обратную связь от коллег, и это, во-первых, и во-вторых, чтобы довести свою статью до читателя как можно быстрее. Метод автодепонирования или self-archiving. Выкладывание работ в онлайн-репозитории или хранилище. Такое автодепонирование. Преимущество автодепонирования очевидно. Это немедленный доступ к читателям к вашей работе, да, открытый доступ и быстрое получение неформальной реакции от своих коллег. Поэтому очень часто авторы депонируют свои неопубликованные работы. Вот когда она там висит, месяц, три, полгода и больше, да, можно то же самое сделать, кстати, и с опубликованными работами. Можно разместить в таком хранилище свою статью, посмотреть на обратную реакцию. Кстати, на этапе подготовки статьи это хорошо делать, да, вы получаете реакцию читателей и реакцию критиков, и сразу видим узкие места еще до того, как вам пришлет отказ рецензент, да, что-то можно будет поправить. Главный недостаток онлайн-репозитория – это то, что это всего лишь хранилище. Да, поэтому стадии рецензирования здесь нет, и ну, вот сбор обратной связи, да, здесь достаточно хороший. Ну и потом это часто делается бесплатно. Значит, есть ссылка. Сейчас попробую вставиться ли она у меня сюда. Да, вот, например, один из таких репозиториев, куда можно свои статьи размещать. Кстати, очень хороший такой элемент для того, чтобы обкатать, да, опробировать свою статью, свой текст, особенно в начале публикационной деятельности, потренироваться, да, получить критические отзывы не от рецензентов крупных изданий пока еще, да, а от коллег, может быть, более опытных в этом деле, искушенных. Но здесь вот важно, как раз про сервис SherpaRomeo напоминаю. Да? Если статья уже была опубликована, особенно в зарубежном издании, здесь перед тем, как ее размещать в репозитории, очень важно соблюдать те условия, которые этим изданием, издателям установлены. Вот здесь нам Шерпа будет как раз в помощь. Вот те самые зеленые, голубые, желтые и белые цвета, которые нам говорят, можно ли это делать на этапе подготовки статьи, после ее опубликования, после рецензирования, но еще не дошла до печати, вот на каком из этих этапов, какое издательство, да, какие ограничения или разрешения дают. Вот здесь как раз этот сервис будет уместен. И у нас осталось не очень много времени, поэтому очень вкратце мы пройдемся с вами, я вам покажу, что еще есть полезного для публикации наших статей, для оформления. Стандарты и стили оформления библиографических ссылок, описаний, форматирований. Вот те самые 8 стандартов международных стилей, которыми пользуются международные издания, международные журналы. Значит, по каждому стилю можно прям отдельный вебинар проводить, отдельный практикум делать, а еще лучше делать отдельный курс. Значит, я сюда даю ссылки. Прямо на сайты этих самых, где рассматриваются эти самые стили. Самые основные MLA – это универсальный набор инструкций, которые авторы могут применять к источникам любого типа. Это справочник. Вот он на следующем сайте. Да, справочником MLA Handbook. Восьмая редакция по состоянию, самая свежая была по состоянию на апрель 2016 года. Есть две версии.
Да, она платная, но если вы зарегистрировались как член MLA, то возможно ее приобрести в бесплатное пользование, да, получить в подарок. Ну, в принципе, если это стиль, которого придерживаются те издания, в которых вы предпочитаете и планируете активно публиковаться, и это не разовая публикация, то, наверное, стоит его приобрести, ну, для того, чтобы опираться. Это нормы формати... не только цитирования. Кстати, каждый из этих стилей – это не только нормы цитирования, это не только нормы составления библиографических описаний и оформления ссылок, это еще и нормы форматирования текстов, которые вы подаете в издания, которые придерживаются этих стилей, которые широко используются вот в профессиональном академическом письме. Вот этот стиль MLA используется в США, Канаде и других странах для создания письменных работ по английскому языку, английской литературе, литературная критика, сравнительный анализ, исследование средств массовой информации, культурология, ну и смежные дисциплины. Да? То есть вот те темы, в которых очень часто используется именно данный стиль. Следующий стиль, да, что еще хорошо есть вот на этом сайте, ссылку здесь тоже я даю, да, на этот стиль. Здесь есть электронный помощник, такой генератор оформления ссылок и описаний, составление списка библиографического, пристатейного, да, даже не владея полностью навыком составления библиографических описаний и оформления ссылок по этому стилю, пользуясь вот этими подсказками, здесь даже, ну, видите, интуитивно понятны, да, для человека, который хотя бы раз в жизни составлял библиографические описания, интерфейс. Вот есть такой помощник-генератор ссылок в данном стиле. Поэтому, если сталкиваетесь, вот у вас два варианта. Либо покупаем пособие, либо пользуемся данным генератором. Но здесь только ссылки, здесь нет информации по форматированию, да, статей. Это тоже важный аспект, который рассматривается в учебном пособии. Да, ну и вот следующий стиль. Это стиль Американской психологической ассоциации. Ссылку на него тоже здесь даю. Не новый стиль. Где-то первое издание было в 29 году, 1929. Используется для оформления цитаты источников психологии, образования, социальной науки. Но это то, что близко нам. Да, поэтому, да, и многими медицинскими журналами. Руководство по публикации Американской психологической ассоциации это в основном предназначено для писателей, редакторов, преподавателей, студентов в области социальных и психологических наук. Да, вот так он выглядит. И основы апостиля. Ссылочка здесь тоже есть. Это бесплатно. Да, то есть есть free доступ. Основы можно изучить здесь. Да, вот это вот онлайн-курс по обучению этому стилю. И здесь еще, кстати, есть очень хороший сервис по часто возникающим вопросам. Да, поэтому все, что возникает по этому стилю, по этой ссылочке можно будет найти. Еще один стиль цитирования, чикагский, и сюда же относится Торабиан стайл. Тоже менее часто используется, но проскакивает в некоторых требованиях. Чикагский стиль цитирования – это особенности подготовки и публикации работ с точки зрения форматирования и цитирования в большинстве исторических журналов и социально-научные публикации. В основном вот здесь его область применения. Справочник чикагский стилистический справочник CMS часто называют Библией редакторов. Первая редакция была в 1906 году университет Чикагской прессы, а в сентябре 2010 года вышла аж 16-я версия.
Геннадий Васильевич, нет, я не переводчик, спасибо. Я не переводчик, я просто библиограф, да, и вот, интересуюсь этим вопросом, скажем так. Переводчиком работать не доводилось, честно признаюсь. Так вот, этот стилистический справочник очень часто используется в различных издательствах, от крупных до самых маленьких, до самых малых, да? И многие издательства принимают данный стиль для своих публикаций как образец, да, как стандарт. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Более свободный стиль. Здесь есть возможность выбора из нескольких форматов. В рамках стиля допускается смешивание способов ссылки на источник при условии, что текст в результате получается ясным и последовательным. Значит, Турабиан – это тоже что чикагский, но с небольшими различиями. Да, в основном он предназначен, ну, области здесь указаны, и в основном он используется для подготовки студенческих работ. Рефераты, курсовые, дипломные работы в западных университетах. Если вдруг вам придется там учиться, то оформлять свои выпускные квалификационные работы, а в некоторых университетах принято и кандидатские там, диссертационные работы, да, исследовательские работы оформляйте в этом стиле. Поэтому имейте в виду, что вот он скорее узкоспециализированный именно для оформления студенческих работ. Вот он специально был так упрощен из чикагского стиля и для этих целей и задач предназначен. Для подготовки публикации в широкий доступ вряд ли он подойдет, но имейте в виду, что свои исследования там может, если вы будете делать для Оксфордского или Гарвардского университета, то там может возникнуть необходимость, да, оформления по этому стилю, поэтому ссылочку скорой помощи даю вам здесь. Знаменитый гарвардский стиль. Или по-другому его еще называют стиль автор-дата, самый распространенный в области гуманитарных и социальных наук. Вот это то, что чаще всего используется в публикациях академического характера. И на сайте издательства Эмеральд даны достаточно, на мой взгляд, подробные рекомендации по составлению пристатейных списков литературы по этому стандарту. И практически охватывают все виды публикаций. Поэтому, если есть такая необходимость, если вы сталкиваетесь с этим стилем, то, пожалуйста, не игнорируйте данную ссылку, не игнорируйте данный ресурс. А вот справа внизу вот эта ссылочка на данный источник, на данный ресурс. Да, ну и вот еще. Да, как самоучитель, такой учебник по гарвардскому стилю, можно посмотреть здесь. Ну, вот странички я вам показала, открывается. Да, можно увидеть образцы оформления различных видов литературы в гарвардском стиле. Есть свои особенности у этого стиля. Да, цитирование литературы нумеруется по мере появления ее в тексте. Допускается использование ссылок внизу страницы, такой footnotes. Литературные источники в references не нумеруются. Здравствуйте, Юлия Юрьевна. Рада, что вы к нам проникли, да, попали в нашу комнату. Значит, следующий стиль, который может вам попасться, но более реже используется, это стиль Американского химического общества для научно-исследовательских работ в области химии. Руководство по стилю вышло уже в третьем издании. Это инструмент, не только инструмент, как составлять библиографические описания, но еще такой инструмент обучения, как писать научные статьи и как эффективно использовать научную информацию.
А вот список оформление списка источников и оформление библиографических ссылок в этом пособии – это отдельная глава. Поэтому вот это пособие может быть интересно даже не столько с точки зрения оформительской, сколько с точки зрения, как научиться работать с научной информацией, эффективно ее использовать, и как готовить публикации, как писать сами текст статей. Поэтому обратите на это внимание, да, вот он, этот источник, этот гайд. Здесь информацию я даже полностью привожу, да, со всеми вытекающими, включая DOI, для того, чтобы можно было найти эту публикацию. Кстати, про DOI. Коллеги, когда вы выбираете зарубежное издание для размещения своей публикации, обращайте внимание, чтобы у вас был не только номер ISSN или ESSN, да, но и индекс DOI. Потому что в международных базах цитирований статьи, размещенные в журналах, не имеющие индекса DOI, не индексируются. То есть у него может быть, у журнала может быть электронный номер вот этой ISSN, да, но нет DOI, не присваивается, то статья может и не индексироваться в базе данных. То есть вы потратили время, вы потратили силы, вы потратили немаленькие деньги, а результат, на который вы рассчитывали, ну, получили публикацию, да, но если это делалось ради повышения индекса цитируемости, то до этого результата вы можете не дойти. Поэтому обращайте на это внимание. Так, по ходу вспомнилось. Следующий стиль, да, ну и вот это вот учебное пособие, это достаточно интересный вариант. Следующий стиль, их осталось всего два. Да, и мы подходим уже к завершению. Это стиль Института инженеров электротехники и электроники. Область применения – это информатика, это электроника и научная работа в этой сфере. Правила оформления, правила стиля изложены аж в двух мануалах и доступны на сайте этой организации. Да, вот, вот они здесь есть. Ой. Бежал слайд. Вот они, два мануала. Здесь есть возможность скачать, кстати, в формате PDF. И пользоваться им на здоровье. Для тех, кто занимается электротехникой и информатикой. И предпоследний. Вот он. Вот он. Ага. Пропустили мы один стиль. Это для оформления работ в области физики и вот в области электротехники, информатики. Вот они, да, тоже два мануала и там можно скачать, можно пользоваться, можно посмотреть все правила и образцы оформления там. Вот они, два мануала, тоже в формате PDF. И последний стиль, который может применяться в научных изданиях, это так называемый цифровой или ванкуверский. Это стиль подстрочная сноска ссылок в конце документа. Во многих журналах, особенно в области биомедицины, биологии, медицины, соответственно, применяется. Поэтому, если ваша сфера деятельности относится в, лежит в этой плоскости, будьте готовы, что у вас в одном из изданий, куда вы соберетесь публиковать статью, будет именно этот стиль. Где брать правила по оформлению? Вот адрес сайта. Вот ссылка на book, да, на гайд. Что здесь очень хорошо? Здесь подробно разобрано в схемах и рисунках. Да, примеры библиографических описаний, они не просто приведены, они приведены еще с пояснениями, где что находится, что чем называется. Да, так что такой своего рода визуальный самоучитель. Да, ну и вот ссылочки на как оформляется требования к оформлению references в ванкуверском стиле здесь тоже присутствует. И для сравнения, чем отличаются библиографические описания. Вот я взяла по всем восьми стилям по одному примеру книга и статья. Вот пока книга, да.
Вот пример библиографических описаний, как в разных стилях одна и та же книга или одного и того же количества авторов может быть по-разному представлена. Да, вот вам для сравнения. Кстати, вот эти курсивы, они тоже здесь не просто так, это тоже требования, определенные требования определенных стилей. Да, так и должно быть, это не для красоты, как вы понимаете. И пример библиографического описания статьи из периодического издания, также по всем восьми стилям. Ну, вот посмотрите, насколько они отличаются друг от друга. Поэтому на этапе выбора журнала обращайте, пожалуйста, внимание, какой стиль оформления в нем присутствует, на какой стиль оформления они ориентированы, для того, чтобы не там, где требуется APA, не вставить случайно гарвардский стиль, да, потому что мы в интернете нашли про него информацию, и там были образцы, и мы этим воспользовались. И не дай бог, если еще у вас какой-нибудь ванкуверский или Чикаго, да, или вдруг проскочит Турабиан, да, вы туда поставите Гарвард. Ну, все равно же международный стиль оформления, да, потому что он был под рукой. Пожалуйста, обращайте на это особое внимание, поэтому я сюда ссылки показала вам, где можно найти информацию по каждому стилю, специально делала эту выборку с ссылками и на сайты, где расположена информация об этих стилях, и на те мануалы или гайды, которые помогут уже более конкретно со всеми нюансами разбираться непосредственно по каждому стилю. Понятно, что все мы просто охватить не сможем. Поэтому, да, вот такой вот краткий навигатор я вам сегодня представляю. Где-то можно найти информацию по стилю, Елена Алексеевна спрашивает, который использует какой-либо журнал или же сами смотрим и думаем. Елена Алексеевна, в требованиях к оформлению или информация для авторов каждого издания на сайте издания. Вот сегодня мы с вами смотрели, да, как через Scopus, через вот эту надстроечку можно выйти на сайт самого издательства, посмотреть информацию об издании. И вот там, как правило, есть раздел авторам, да, требования к публикациям, требования к оформлению статей, что нужно знать, чтобы опубликовать статью в нашем издании и так далее. Вот там чаще всего прошиваются требования к оформлению статей, требования к стилям и понятно, в каком стиле данный журнал работает, да, и публикует присланные авторами статьи. Поэтому, Елена Алексеевна, здесь смотрим по тем журналам, которые мы выбираем. Да, и да, здесь своими глазками, ручками, кликами мышки. Только так можно. Вот, поэтому. Ну, на сайтах этих организаций, кстати, вот та же психологическая ассоциация, например, американская APA, да, там могут, кстати, на сайтах вот различных вот этих организаций, там может быть перечень журналов, которые входят в эту организацию. Понятно, что они будут уже в этом стиле свои статьи оформлять, свои издания оформлять. Еще пара моментов. Да, сейчас посмотрю. Да, вот ванкуверский у нас сполз. Да. Схема описания источников в references. Что зачем следует с образцом? Здесь тоже есть, я его вам привожу. Правила описания источников для references, для Scopus. Вот здесь я вам тоже пишу нюансы, которые, да, это вот тот самый список источников, которые мы указываем в конце статьи, что должно быть обязательно указано. Если это российское издание, транслитерация, обратите внимание, какие ссылки пользуются преимуществом, если мы размещаем свою статью в издании, индексируемое в Scopus. Ссылки на статьи из журналов, из сборников статей, научные труды, материалы, конференции. Вот это приоритет, это преимущество, это при рецензировании будет отмечаться в плюс. Поэтому вот тот самый поиск журналов по тематике, да, он как раз та функция, которой будем пользоваться очень активно, готовить публикацию
Международное издание. Да, значит, про транслитерацию пара слов всего. Есть несколько вариантов транслитерации. От того, как вы будете указывать и транслитерировать свою фамилию, будет зависеть, будут ли вас находить вообще и не запишут ли вас в разные авторы, если у вас фамилия отличается, хотя бы написание отличается на одну букву. Есть разные системы транслитерации, чтобы не запутаться. Вот я их вам здесь привожу. Есть Конгресс США, есть Госдепа и есть BGN. Вот BGN средняя, да, система в самой середочке. Она наиболее часто используется в научных изданиях и для статей российских авторов, публикуемых в российских изданиях, которые индексируются в международных базах или размещаются в зарубежные издания. Вот эта система чаще всего применяется для транслитерации, та, которая в серединке, да? Ну и конец этой таблички, вот оно. И ресурсы для транслитерации знаменитый Translit, а для переводчиков, для перевода статей. Сейчас я вам эту ссылочку дам. Есть хороший ресурс. Посмотрите, познакомьтесь. Называется Trados. Ресурс для переводов. Вот она ссылочка. Я ее даю вам сюда, в чат. Значит, Trados – это технологии, основан на технологиях памяти переводов, Translation Memory, и на системе управления терминологией. Это позволяет создавать базы переводов и многократно использовать переведенные материалы. Да, то есть единство стиля, единство терминологии внутри, например, если работаем в организации, то внутри одной организации, да, и возможность стандартизировать большие объемы информации. Можете посмотреть этот ресурс, он платный, сразу говорю, но есть возможность бесплатного триала, да, пробная версия, можно взять попробовать, для себя тоже можно посмотреть, да, подойдет он вам или нет. Транслитерация миграционной службы РФ, Сергей Иванович, для научных изданий может не подойти. Да. Чаще всего используется вот та самая BGN, вот эта система транслитерации, да, потому что, да, я поняла, что про фамилии, просто, смотрите, мы публикуем в научные издания, выходящие за рубежом, да, у них есть свои требования к системам транслитерации, чем они пользуются. Но если совпадает, да, транслитерация миграционной службы в переводе фамилии с транслитерацией по той схеме, да, почему бы и нет? Почему бы и нет? Просмотрите, расхождение даже в одну букву может. Просто проверяйте. Да, пользоваться-то можно всем. Просто проверяйте, чтобы сильных расхождений не было. Пользоваться можно всем. Беда в том, что. Вот-вот. Доверяй, но проверяй. Расхождение в одну букву может привести к тому, что часть ваших публикаций может просто потеряться, либо их запишут. Вы будете многолики с множеством учетных записей, да, соответственно, у вас не будет единого индекса цитируемости, вы не получите, да, размножитесь. Поэтому вот с этим тоже очень осторожно. И коллеги, мы с вами приближаемся в нашей сегодняшней встрече к завершению. Благодарю вас сегодня за участие в нашей встрече. Много, понимаю, было очень много информации. Такой навигатор, нужно еще посмотреть, попробовать, пощупать, разобраться, да, выбрать для себя. Еще раз, наверное, просмотреть, еще раз, наверное, пройтись, пооткрывать ссылочки. Значит, по презентациям. Да, Петр Николаевич, объем действительно огромный, даже сама испугалась. Это еще не все, это только верхушечка айсберга. Мы с вами вглубь не лазили, мы только посмотрели с вами самое основное. Значит, по презентации, значит, коллеги, вот здесь есть ссылочка. Сейчас я попробую.
ее отсюда, а может быть даже и не отсюда, новую тащить. Сейчас я ее вам дам сюда. А ссылочка на... Ох, сама заблудилась в браузерах под конец завершения. Спасибо, коллеги. Спасибо за отзывы. Вот я вам даю сюда ссылочку. Это ссылочка на группу. Мы сделали на прошлом занятии, на прошлом вебинаре мы сделали группу, закрытая группа для авторов научных публикаций, для всех, кому интересна эта тема, библиография, научные публикации. Берите эту ссылочку, записывайтесь в нашу группу. Там немножечко неделю сразу приношу извинения тем коллегам, которые уже вошли в нашу группу. Аккредитация вуза, и неделю я просто выпала из процесса. Сейчас потихонечку возвращаюсь обратно, поэтому интересные вещи я буду публиковать туда. Все, что может вам пригодиться. Соответственно, эту презентацию, она получилась очень большая. Не просто большая по объему, но и большая по весу. Поэтому я ее буду разбивать на кусочки. И этими кусочками делиться в группе. Поэтому приходите в группу. Это самый лучший, наверное, вариант. Во-первых, получить информацию уже 100%. Это группа Фейсбука. Поэтому, если у кого-то нет аккаунта, то можно завести для того, чтобы просто попасть в нашу группу. Туда же видео предыдущих вебинаров, запись, это я у Павла Юрьевича уточню, можно ли мы их разместить. Если можно, то мы их туда разместим. Значит, и еще один плюс, почему я вас так призываю участвовать в нашей работе, в нашей группе. Коллективный разум – это всегда сильнее, чем разум одной головы. Да? Потому что есть вопросы, у кого-то уже есть вопросы. Ага, Павел Юрьевич ответил. Спасибо большое. Как скажете, так и сделаем. Записи обязательно. Так, коллеги, записи нам разрешили. Записи будут предыдущих вебинаров. Как скажете, с фреймом, с YouTube, не вопрос, гиперссылкой. Да, ура! Ура, Петр Николаевич! И это всегда коллективная работа, это всегда большой плюс. У кого-то есть вопросы, у кого-то есть уже ответы, у кого-то есть другая точка зрения, либо разные варианты ответов на один и тот же вопрос. И не всегда, с одной стороны, это можно увидеть. Да? Вот там мы это можем с вами... Там мы это можем с вами использовать. И плюс еще... По поводу публикаций. Есть разные сборники. Кто-то уже печатается, кто-то печатается в международных изданиях. Кто-то нашел хороший вариант, но слишком дорого одному. Начинается поиск соавторов. Вот эта площадка – это очень хороший плацдарм, да, для создания вот таких временных творческих коллективов, для совместной работы, для того, чтобы делиться возможностями публикации в тех или иных изданиях. Кто-то узнал новую информацию, хорошо бы ее вынести, поделиться с коллегами. Это тоже хороший вариант. Да, такая совместная работа, совместная деятельность. Поэтому, коллеги, приходите, записывайтесь, входите. Да, будем совершенно верно, Петр Николаевич, будем дружить мыслями, ссылками, описаниями, советами и журналами, да, домами и вузами. Конечно, безусловно, только вместе мы можем прорваться и добиться многого. Да? В одиночку у нас это вряд ли хорошо получится. Ну, на следующая встреча у нас, по-моему, будет 10 ноября. Там уже мы немножко отойдем от вопросов библиографии, немножко другую область, но тоже связанную с сервисами и ресурсами, начнем рассматривать. Но эту тему мы не оставляем, она у нас будет продолжаться. Будет еще серия вебинаров. Вот именно поэтому я говорю, в группе мы можем продолжать общение по этим темам. Пока у нас пойдут другие на вебинарах, да, ну вот все еще впереди, все еще будет продолжаться, продолжение следует. Поэтому, коллеги, всем большого спасибо. Рада была сегодня вас увидеть. И рада буду вас увидеться с вами снова в нашей
группе и на следующих вебинарах. Итак, на этом я, наверное, заканчиваю. Последнее слово все-таки хотелось бы, чтобы Павел Юрьевич завершил нашу встречу по традиции, открыв и завершив. Ну, а я с вами прощаюсь, еще какое-то время здесь побуду. Всем удачи, хорошего дня и хорошей недели. Коллеги, спасибо за присутствие на вебинаре. Вебинар удался, насколько я понял. Татьяну поблагодарим. Сегодня был прекрасный вебинар. Активность была хорошая. Что еще могу сказать? Записи вебинаров наших всех вы знаете, где найти. На нашем канале на YouTube, в том числе и все записи Татьяны. Ну, собственно, и все. Жду вас на наших следующих вебинарах, как в треке Татьяны Телегиной, так и во всех остальных вебинарах. Милости просим, приходите. Всего хорошего. Я с вами прощаюсь тоже. До завтра.